Сегодня в нашей стране особое внимание уделяется подготовке кадров с высшим юридическим образованием в сфере профилактики правонарушений и общественной безопасности. В 2019 году президент подписал профильное постановление, согласно которому в Ташкентском государственном юридическом университете образован специализированный филиал по подготовке юридических кадров для правоохранительных органов. Для курсантов, обучающихся по данному направлению, была организована боевая подготовка в полевых условиях. В этом году 265 выпускников данного филиала начнут свою деятельность в качестве инспекторов профилактики в столице и Ташкентской области. Важно при этом, согласно закону об органах внутренних дел, на регулярной основе повышать физическую и боевую подготовку сотрудников, которые были привлечены к учебным занятиям на полигоне Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан. Мы подкрепляем свои теоретические знания, полученные в университете, на практике, что имеет важное значение в дальнейшей нашей деятельности по обеспечению общественной безопасности, профилактике правонарушений. Учебно-полевые занятия проводятся с участием квалифицированных профессоров и преподавателей, специалистов Министерств обороны и внутренних дел. В центре внимания укрепление знаний и формирование необходимых профессиональных навыков у обучающихся. Квалифицированные преподаватели, офицеры дали нам специальные знания и навыки. Мы обучались пользованию боевым оружием, его тактико-техническим характеристикам. На практике разбирали и собирали автомат и пистолет. Участвовали в практических занятиях по стрельбе из них. Тем самым повысили свой потенциал в этом направлении. Бізге Өзбекстан Республикасы Құралы күштер Академиясы офицер-оқытушылары тамонидан харби-тибби тәрбиялік фанидан амалий машғулотлар олиб борилди. Офицеры-преподаватели Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан проводили занятия по военно-медицинской подготовке, сочетая теорию и практику. В частности, нас обучали эвакуации раненых, оказанию им первой медицинской помощи. Проводятся занятия по оказанию во время чрезвычайных ситуаций первой медицинской помощи, правильному применению различных методов и средств, в том числе связи, в частности, портативных и мобильных радиостанций. Нами были пройдены такие материалы, как топография, радиосвязь, стрельба, огнестрельная подготовка и другие виды специальной подготовки, необходимые для сотрудников органов внутренних дел. В дальнейшем соблюдаются общие меры безопасности данного вида подразделений, которые проходят здесь. Также еще основным мероприятием здесь является это отработка дисциплины и безопасности, мир, использование техники, а также еще оружия. Мы приняли участие и в занятиях, связанных с использованием средств связи, что имеет очень важное значение в управлении подразделениями. Мы ознакомились с правилами пользования и тактико-техническими характеристиками различных видов средств связи. Отдельное внимание обеспечение участников занятий учебно-методическим пособием, инструкциями и другими средствами. Здесь созданы все необходимые условия для жилья и отдыха. В соответствии с распорядком дня проводятся спортивные соревнования, духовно-просветительские мероприятия, круглые столы, направленные на повышение эффективности учебного процесса.